Правда, зашел 915. Сейчас Фантом третьим можно Advance купить за 800 баксов. Но это не очень привлекательная цена, если конвертнуть в рубли. Тем более, на самом деле, я свою вальку уже не запускал, наверное, месяца полтора. Она стоит мне тут перед глазами. О, играем за Да. Ну, Альянс. я пошел. Надо поменять захват. Ой, не Хорошо. сюда, вот сюда вот надо идти. Сейчас, секундочку. Да, господин. Опять работа. Да. Оверлей надо поменять. Музыку Хорошо. включить. Я готов. Сейчас, секунду. Так вот. Опять работа. Да? Ну, да. Я пошел. Хорошо. И, конечно же, Ламбермил здесь нужно будет сделать пораньше. Дивинити в ближайшее время не будет. Уже тоже говорил. Хорошо. Потому что сейчас с БСП серия другая. Трансляция БСА. Да и не факт, что будет продолжение, в принципе, по Дивинити. Потому что программа минимум и так была выполнена. Игру прошли, серия из 15 стримов. Круто было. Так, я хочу троллей, что ли, забрать этих. Наверное, стоит. Первым делом забрать их стоит. Хотя, признаться честно, вот эти вот товарищи гораздо более привлекательные. Там и девайс хороший, крепится достаточно быстро. Блин, что ж тормозишь-то. Так, давай Ламбермилл сразу же. Давай сюда. Старик еще будет? Будет, но не сегодня точно. Ну, надо хотя бы в мастер-то дойти. Выходные еще на это есть. Ну, в смысле, каникулы, или как их там назвать, праздники. У нас все равно меньше значительно задач в эти дни, к сожалению. Что большинство, в принципе, не работает. Ну, тех компаний, партнеров, с которыми мы как-то взаимодействуем. Так, а давай-ка побежим уже. Мне кажется, что уже пора. О, М-ка. Вообще классика. Можно один молоток юзнуть. Чем бы заняться? Дорогу! Ты еще не видел меня в бою? Ты еще не видел меня в бою? Сейчас поподставляю пацанов. Опять работа. Чем бы заняться? Вот хорошо. Да. Ты бежишь домой. Чего? Ну, отлично. Да, господин. Чего? Одного рабочего здесь оставим. Так, ладно, значит, Mountain King. Mountain King — это хорошо. Это хороший герой. Перспективный. Чем бы заняться? Чего? Да. Ставим тут ферму. Следующую. Ты еще не видел меня в бою. Сразу крепить или не сразу? Наверное, все-таки с троллей начнем. Потому что они мешать будут постоянно, если их не забрать сейчас. Жду приказаний. Так. Клэп. Все-таки клэп. Пришло уведомление о том, что пользователь Майкер начал трансляцию. Отлично. Я готов. Да, господин. Чем бы заняться? Так, ну и, наверное, все. Надо бежать уже. Да, пожалуй. Да, только надо было не забыть сделать магазин. Ну, я еще не опоздал с этим делом, но... Хорошо бы... Орел, ты не был, видимо, вчера на трансляции. Вчера сделал 9-3, прыгнул с 36-го места на 4-е, кажется. Кажется, на третье, а потом на четвертое упал. Хорошо. Унижал просто как мог. Просто разуплотнял людей. Пацаны, кто был вчера, не дадут соврать. Вот, но... Ты, конечно, этого, видимо, не застал. Так, второй молоток. Книга силы тоже неплохо.
Ставим базу. К сожалению, с баблом проблема. Из-за того, что я 6 рабочих взял. И поэтому грейд на Т2, как вы видите, у меня нет. Уберу я одного раба, чтобы динамика, по крайней мере, была положительная. Надо взять еще... Блин. А вот это интересно. Че, не выйти никак? Так он выйдет, да. Ладно, поехали, грейд на Т2. Шредера жалко, конечно. Он здесь тоже не выйдет. Подождем его. Ладно, поехали, там мы его уже окружим. Ну там много экспы за него дают. Ну и плюс мы, конечно же, помешали нашему соседу. Он третий левел, здрасте. Так, давай. Так и так. Тут можно было дефенс заказать. И нужно было дефенс заказать. К тому моменту, если бы я это сделал правильно, вовремя, было бы все ок. Ну, подходим, начнем с мелких, наверное. Хотя не факт. Наверное, со вторым молотком-то можно и сразу. Не, не надо сразу. Лучше вот так вот. Ну, слишком рискованно. Футмен там один еле жив. Как долго строится база вообще? Все, дефенс. Здесь, конечно, один футмен гуфнется. Ну, пожалуйста. Все, поехали. Владимир Владимирович с нами. Да, второй. Надо. Тут не хватает. О, есть магическая вышка. Это вовремя. Я хочу отступить. У него есть еще на один койл. Я потерял... Ну, хотя я взял хороший девайс. И серклетку, и эту... Как ее? Орел активировал премиум на канал. Вижу. А, что делаем? Да делаем сразу грейд на Т3. Покупаем ману, регеним. Покупаем еще ману и попробуем сходить. Какой наглый друг. Попробуем вот на эту точку сбегать. ДК, по крайней мере, не должен уже... Ну, он может закрепить, но не факт, что получится, потому что у него кайлов нет. Блин, надо взять шредера все-таки. Что-то я туплю. А здесь как, закрепили, нет? Нет. Шикардос. Шикардос. Так, еще манку. Там мне слота не хватает. О, СХ. Да блин. Ну хватит, ну там, чего ты делаешь? Короче, телепортируемся, пацаны. Слишком, слишком что-то жестко. Пусть это будет лучше ТП, чем там какие-то непонятные. Ну, СХ вообще отличный герой. Не совсем под Маунтин Кинга, но тем не менее. О, давай-ка сюда. А, дерева не хватает. Косяк. Понятно. Ладно, будем обходиться тогда рабочими с лесом. 4-1. 4-1. Нормально. А сверху выходит у нас... А кто у нас там выходит? А сверху? Хуман?
Тоже хуман. А что я видел там? Не помню, кого я там видел. По юнитам видел бестмастера. А, рабочего же видел, ферму. Что-то дуплю. Ой, это мне с таким вниманием сложновато будет выигрывать там. Ладно, разберемся. Туфли ловкости берем, конечно же. Здесь потихоньку достраиваем фермы. Постройка завершена. Берем третьего героя. Возьмем сейчас став. Ты еще не видел меня в бою. Чего? Ой. Так, давай серклетку сюда. Да и этот тоже сюда. Сходим? Я думаю, сходим. Сделаем апгрейд на Animal Training. Убьем эту штуку. Рабочих хватит уже. Славу высшим эльфам делаем, скорее всего. Так, ты побежишь сюда? Да, поехали. Ну, там скоро просто Hellhound закончится. Мне бы сделать разведку, да пару моноберных прописать. Ага, вышка, окей. Еще пару вышек тоже устраивает меня вполне. Второй Mountain King. Ой, это такая будет грязь просто. Ой. Причем в ультимейте за Казмодан можно лечить сухой. Так вот. А на Ирейникуса убьем первым. Он, правда, саппортил канал. Мне очень не хочется это делать. Но, судя по всему, он умрет. Так. Там уже чатик пошел от пацанов. Жду, когда исследование закончится. А вот и оно. Очень странно, конечно, себя ведет. Убиваем. Грейд еще есть все вышки. Трепещите, враги. Кто на очереди? Кто прикажет? Ты еще не видел меня? Пою! Быстрее, смертный! Окей. Здесь можно клэп сделать даже. Поторопись, смертный! Что? Быстрее, смертный! Исследование... Да, его мало. Реально мало. Ты еще не видел меня? Пою! Я отомщу! Еще ж Хекс! Ё-моё, я забыл про Хекс. Хекс же тоже... Юзей был жесткий. Ладно, поехали. Раз. Дальше два. Тут можно клэпчик сделать. Раз. Тут тоже можно вот так вот сделать. Думаю, хватит. Да, это дичь. Но он выживет, конечно, купит сейчас. Но это уже не принципиально. Очень просто получилось. Берем сразу рабочих сюда. Ну, можно стафануть цеху. Можно пару грифонов сделать. Маны катастрофически не будет хватать. И нужен шреддер. Да. Отменю-ка я грифонов. Там мне сейчас как раз нужно этих вот рабочих освобождать. Ой, да ладно, что это такое? Вышел у него Дима. А я мог его здесь поймать. Легко. Ну, пробуем убить. Ему базу раз. Пробуем
А здесь не поставить, кажется, нычку. Да, из-за... Никакой пощады. Окей. Эти пацаны побежали, молодцы. Надо бы танки сделать, а то я очень долго буду убивать. Эти все здания. Ой, все. Слон подошел. К сожалению, нет ботинок ни у кого из героев. Фермы не хватает еще одной. Хотя нет, это неправильная тема. Лучше уже сделать вот так вот. Он не делает грифонов, у него жив Дима один. Возможно... Нет, беста вроде у него не было. Здесь можно ставить следующую базу. И лучше, конечно, делать не грейд на атаку такой, а грейд на атаку такой. Пока еще. Дальше... Стоп, а почему так... А, надо футменов убить. Они едят лимит, лучше заменить их на танки. К сожалению, дерева нет. Сейчас рабочие сорвутся. А, эти справились уже. Так, все, Шредер принес бабло. Тут слон с мортирами и конем. Так, давай-ка все-таки сделаем пару грифонов. Мне не нравится то, что рядом со мной есть вот такой вот красавчик. Делаю ТПМ. Закупаюсь. Очень странная у него, конечно, армия. Ну, пацаны, где вы? Очень странный товарищ. Раз, два, три. Регенимся, покупаем ТП, добиваем. Очень странно, конечно, сейчас слон играет. Блин, тут даже... Давай так, так. ТП. Сейчас за ботинками надо сбегать. Всеми причем. Кем успею. Тут точка сбора сюда. Надо здание поубивать. Да, как-то так. Сейчас ботинки, свиток, серклетка, например. Деньги, в общем, все тратим, которые есть. Исследование завершено. Чем вы заняться? И вот здесь то же самое. Ботинки, свиток. Главное не перепутать, какой МК где, первый, третий. Тут рабочие лишние. Их бы тоже куда-то... Куда-то их отправить бы. И став делаем. Проверим сейчас, кто есть в центре. По-хорошему нужно, конечно, Айрейникуса убить. Но если в центре можно подхалявить, я подхалявил. Ух ты. Очень много танков. Хавки уже особо не нужны им. Против такого количества танков этих. Лучше рыцаря сделать одного. Двух. До мортирок. Несколько меняем лимит, потому что, ну, опасно, что рядом находится такой товарищ. Грифон, да ладно, не такие дохлые. А вот хавки это проблема. Они реально мне только в минус сейчас идут. Хорошо. Ой, там восстановил он. Ну, он без мастера побежал. Без ТП причем. Это плохо. Хорошо.
Пошел Хекс. Молоточек должен быть. Там уже Хекс готов. О, он троллей своих не закрепил. Ладно, поехали. Крепим сначала троллей. Тем более они, видите, помогают еще. Так, есть второй молоток. Тут свинка все еще бесит. Ну ничего страшного. Я девайса не взял, мне просто их пока некуда девать. Можно проверить центр. Мне кажется, там... Там есть что поубивать. Ну там не зря стоит Хуман, понимаете? Он, скорее всего, там ставит базу. Вот, а раз так... Надо использовать тот лимит, который получился, для того, чтобы его замочить. Ферма здесь, ферма здесь. Там у него главным образом танки. И все. Мне нужно доделать грейды на атаку главным образом для мортир и танков. И. Ну, сейчас увидим. Ну, пожалуйста, слон тут действует. Да, видите, нычкас есть. Ну, вот его как раз и нужно мочить. Причем это его базы, обе. Первая панда какая-то невнятная абсолютно. Давай. Раз. Два. Раз. Два. Три. Ну вот, у него сейчас должны быть проблемы определенные. Связаны они в первую очередь с тем, что как бы непонятным... Как бы непонятным. Вот, Урен пришел. Он на танке еще топает. Очень странный товарищ. Я грифонов, правда, своих отдал. Увы. Не должен был. Мог бы подлечить. На самом деле. Для этого было все у меня. Здесь надо пару вышек еще поставить. И идти сейчас его убивать. Просто идти за экспой. Нижнюю базу он не достроит. Ну, вряд ли. Потому что тут один рабочий и толку. Ты тоже иди сюда. В атаку пошел. Окей. Нано. 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 Очень много экспы. Мортиры лупят. Вот, а с хавками, представляете, что было бы, если бы у меня были хавки просто? Они бы очень быстро отдались. А так хороший лимит получился. В конце концов. Пара грифонов. Тут, правда, танчик, как вы видите, есть один. Наверное, имеет смысл сейчас вернуть уже мортиры сюда. Ёпресете. Я понял, был неправ. Кто это у нас? Владимир Владимирович пришел. Окей.
не видел меня в бою. Ну что? Добиваем. Батки, кастеры. Чего? Здесь нельзя строить. Прикажете открыть огонь? Не очень хорошо. А, и он идет еще сюда, да? Делаю ТП. Блин, надо ресторейшн делать. Давай рестор. Ой, мортиры остались не в том месте. Блин, твою налево. Да я что-то не контролю вообще. Маны не хватает. Там Сайленс очень сильно решал. Блин, как же быть-то? Так, ладно, давай попробуем так. Раз, два, три. Тут надо взять пару бутыльков. Ай, у него... Тихо! Блин. Не прав опять им. Надо взять здесь ТП, валить отсюда нафиг. Пытаться. Чем бы заняться? Ты еще не видел меня в... На куда валить, не совсем ясно. И как валить, не совсем ясно. Блин. Да, я мортир не стелепортировал с собой, и все. И все. Он увидит алтарь. Здесь минус база. Хорошо. Нужно восстанавливать алтари. Я пытаюсь дозаказаться, как там. Ага. И верны пошли. Не, надо телепортироваться просто. Что здесь я уже не выиграю. Так, пум-пум-пум-пум-пум. Капец. Если мы сдаем там, надо здесь защититься для начала. Мортиры сюда вернуть. Тут вряд ли удастся. Хотя, если... Давай-ка вот сюда вот. Давайте. Ага. Ребят, давайте. Нет, не так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Сюда, сюда. Короче, надо выиграть время, блин. Деньги есть... Правда, виверны летят сюда уже. Так, мне нужно что-то восстановить. Что-то восстановить нужно. Пробую свалить. Мне нужен магаз. Магаз строится. Здесь даже, наверное, два магазина нужно сделать. Ну блин, какие же вы тупые, а. Черт. Грифоны там убегают от этих, от виверн. Вот если бы мортиры были, было бы значительно все проще. Эти не убегут. Куда же они убегут? Правильно? Здесь мы попробуем отрегениться хотя бы немного. Тут надо хотя бы хавков. Хорошо Шреддера спас, а? Капец. Тут еще вышки. О, здесь грифоны улетели. Давай-ка сюда тогда.
72 фермы делаются. Еще гвардовские. Крео что-то лагает, не знаю, он ли, не он. Надо возобновить добычу на шахтах, сделать лимит, восстановить героев, естественно. Потом каким-то макаром, высосав две шахты, перебраться на одну центральную. Может быть, до этого еще убить верхнего соседа, потому что его там вообще быть не должно уже. Посмотрим, в общем. Посмотрим. Дай твою налево, ну. Так, значит, здесь добываем. Тут этих делаю просто потому, что больше нечего мне делать. Нужны ботинки МК. Я еще из-за Silence не мог ультимейт прожать. Так, тут в первую очередь убиваем рабов. Там уже рейнджерка шестая, капец. Да, нужны хавки. Так, ну здесь вроде мы как-то должны вытянуть. Эти пацаны здесь остаются. Грейд на Т2 нужно делать. Ёп, РСТ. Отстроился, ё-моё. Капец, я в шоке. Просто в шоке. Даже не знаю, что делать. Нужен Т2 вроде как. Надо вроде как стафать. Сейчас орк еще ко мне придет. Но вышки должны спасти. Не могу сделать грейд. К сожалению. На бетон. Так, таурены 3-3, вампиризмы и прочее. Ай, ферма. Ферма. Он меня светит, готовится атаковать. Ну, эти у меня есть. Надо ТП взять. Почти 5. Там, кажется, нужно деку фокусить просто. Брать и пытаться фокусить деку. Он и вперед должен высовываться, и... Блин, а сверху еще этот. Черт возьми. Ладно, жду ТП. За эту базу надо сражаться. Воркшоп надо еще сделать. Для вертолетов. Да, на Т2 опять же воркшоп у меня. Все на Т2. Здесь хотя бы рабочих поубивал. Ну давай, когда уже? Так долго делается грейд. Ладно, сбегаю, закуплю ТП так. Еще свиток. Еще разок может прийти к нему. Думаю, надо. Ну, ТП есть, деньги есть, как бы, а что еще? Вот это вот нычку надо проверить. Потому что ее могли взять. Ну, слава тебе, господи. Вот, пожалуйста. Блин, мне надо было хексить просто. Че я торможу-то? Давай, ну. Ну, ясно. Делай ТПМ. Так, очень интересный поворот. База закончилась. И надо вроде как выходить. Делаем грейд на Т3. Сколько здесь-то осталось? Косарик, капец. Делаю два телепорта. И, ну, в принципе, можно, наверное, как-то. Ёпа, РСТ. Там жесть. Можно было, конечно, на этой нычке поубивать, но мне кажется, это очень рискованно. Ну, там у него хавков больше, чем у меня. В этом проблема.
Да, и у него тоже база закончилась. Короче, нужно сейчас выйти на базу, которая в центре. Хотя бы на одну. Хотя бы на одну. Поторопись, смертный. Ты еще не видел меня? Йо, пресс-это. А тут еще орк. Нет, тут хуман. Окей. Чем бы заняться? Слава высшим эльфам. Ну, если удастся под вышками все это сделать. Поторопись, смертный. Да еще свитки юзнуть грамотным. Ладно, давай не будем. Пока еще трех хавков не будет. А лучше 4-5. Как раз под пачку. Задача просто убить лимит хумана. Понимаете? Убить ты его не сможешь, если... Ладно, есть свиток на всякий случай. Там его еще орк должен снизу пинчить. Я отомщу. Ну все. Быстрее, смертный. На нас напали. Поторопись, смертный. Золотую руку обрушил. Да, летим. Что приказал? Бой готов. Быстрее, смертный. Уже лечил. Мой клинок напали. Поторопись, смертный. Вроде у меня тут плюс. По воздуху, по крайней мере. Надо телепортироваться. Да там все красное, я весь воздух ему убил. Очень хорошо разменялся. Очень хорошо. Сейчас надо выходить на эту базу. Прям очень хорошо разменялся. Ну что, пацаны, наш час пробил. Мортир потратил, к сожалению. Но сейчас нужно последние вот эти вот все ресурсы использовать на вышке. Так, давай еще разок хил закинем. На вышке и на нычку. Ну вот клэп ты, ё-моё! Главное не светиться тут сильно. На орке. Орк-то все видит еще. Боюсь, что может прийти. Сидим, ждем. Сразу базу. Вообще сразу нычку надо было делать. Ой, в смысле, да, вышки в первую очередь. Но они вроде успевают. Да, господи. Так, и еще вышка. Нет, давай сюда. Да, господи. Опять работаю. Где ворот? Чего? Так, это гвардовский. Спереди магический. Капец, на последние деньги просто. Ай-яй-яй. Ой, он уже здесь. Ну все, я тут не выстою. Ну, вышки не успели сделать. Да там сайленс еще третий. Все, не слава богу. Ну там можно было прийти сюда с этими. Ну уже не столь актуально. ГГ. Можно было прийти сюда с вертолетиком. Кстати, у него ресурсов было меньше. Но я сам виноват. Стелепортировался без четырех мортир. Отдался, сильно отдался. И не надо было так делать. Всем добрый вечер, добра вам. В чатику привет. Сделал анти-инви с вышком. Да проще было сделать вертолетик. В твоем понимании идеальной связки? Да нет такой идеальной связки. Все-таки зависит и от расы, и от набора юнитов. В каких-то ситуациях может один герой быть сверхполезным, другой. Универсальный герой есть, это рейнджер, как раз Таурен, который в большинстве случаев при правильной игре дают колоссальный плюс. Ну, типа как Сайленс третьего левела, который кладет там всех героев, кастеров. Или Чарм, который полезен вне зависимости от того, за кого ты играешь.
Little Wisp. Я крепил центр где-то 5 дней назад в одной из игр на польске. О, там уже игра создана, и места уже нет. Я не уфак, откуда у орка Вирм? Ну, рейнджерка перехватила. Демон Блейд СХ идеальная? Нет. Как это может быть идеально, если всю эту бригаду великолепно контрит какой-нибудь Таурен под Эмшой или под Инвулом? Вот что сделает твой Блейдмастер, у которого там даже на 10-м левеле не больше 1000 хп, если его не закупать, против стана, хекса, молотков и прочего? МК под ультой тоже Блейдову объяснит, если что. Да и Диме объяснит, учитывая то, что монобер не работает. У каждого героя есть свои плюсы, есть свои минусы. И поэтому вот. Плюс у тех героев, о которых ты говоришь, нет аур, которые тоже могут быть сверхполезны. Готов к аурам. Здесь нельзя с удовольствием. Так, раса не моя. Ну, я за орков уже достаточно много наиграл в ФФА, поэтому думаю, ничего сверхстрашного нет. Вчера, кажется, мы за орков-то на этой карте выиграли. Не буду заказывать рабочего. Лучше пораньше барак запилю. Это в легкий минус в плане золота. Но с другой стороны, чего хочешь? Чего надо, хозяин? Нужно золото. Хэдхантер быстрее нужно появится. Дело сделано. Рамка дело другая. Сделано. Ох, да, это точно. Из-за рамки героя не вовремя заказал. Чего так, хочешь? Так, так. Жалко только героев вот в прошлой игре, они реально могли. Ну, правда, не против рейнджерки. Хотя против рейнджерки только в лейте. Я мог рейнджерку убить, если был бы порасторопней. Кинул бы на нее хекс и в два молотка бы уложил. Но среагировал слишком поздно. Так. Ну, вы помните особенность карты. Именно этого респа, скорее. Она в том, что соседи у меня непростые. Один будет на эту базу идти, второй будет выходить тоже на эту нычку. Герой. Потма под хедхантеров, хорошо. Правда, танковать некому. Обязательно нужно запилить магаз. Обязательно. Ну и придется начинать с таких попроще пацанов. Вот с таких вот. Но Патма открывает, во-первых, и разведку практически ультимативную, как у Форсира Совы. Классные. И Трушот Аура, которая помогает и Хэдхантерам, Берсеркам, и Вивернам. И Кастерам немножко даже помогает. Но ей, конечно, хочется вторым-третьим героем кого-то на контроль наземный. Там Турена, МК, любого танка, Панду. Нужно действовать. Иначе. Так, а здесь уже закрепили. А, нет, не закрепили чем. Попробуем добить. Богиня согласна. Блин. Ну, венчик благородство взял. Там андед с форсиром. Такая вот тема. Куда пойдем? Беру. Замазочку. Можно было, кстати, и этот взять. Хорошая тема. Чего? Нужно действовать. Ну, сложно. С андедом соседом. Сложновато. Скажешь, надо ошибаться, будет я им стрел какой-нибудь никнейм. Доверься мне. Богиня согласна. Здесь я палюсь, если товарищ грамотный, он, конечно, меня разведает. Убить. Во имя богини.
льется кровь. Куда пойдем? Что мы готовы нанести удар. Чего? Зул-Джин будет отвечен. Я готова. Так, назад. Все, что пожелаете. Нужно действовать. Надо сделать грейд на Т2. Доверься. Чего? Куда пойдем? Ладно. Доверься мне. Мы готовы. Давай, ну. Чего? Я не хочу просто танковать. Реально, мне надавали бы очень-очень больно, если бы я все вот это вот под Бладластом вытанковывал. Спасибо, не хочется. Дайте иллюзии. А, спасибо. Это единственное, что меня тут спасает. Куда пойдем? Я готова. Подходим, подходим, подходим. Нужно действовать. Что прикажете? Во имя богини. Делаю проверочку соседа своего. Мы готовы нанести удар. Как же помогли иллюзии. Так, я иду. А справа... Доверься мне. Чего? Ран. Мы готовы нанести. Куда удар. Пойдем? Отлично. Отлично, отлично. Я готова. Который, между прочим, еще эту точку не прокрипел. Куда что настораживает. Нужно действовать. Чем он занимался тогда? Возникает резонный вопрос. Книга опыта. Нужно действовать. Ну, для Патмы приятно, конечно, но... Мы готовы. Ой, ёпперес-то! Да сделай убить. Куда пойдем? Доверься мне. Чего? Сейчас топнет снова. Нужно что действовать. Прикажете? Кого убить? Куда пойдем? Доверься мне. Чего? Да, вот с ним тяжело будет. Я готов. Куда пойдем? Сражаться. Путь. Хорошо, он... Чего? Нельзя нужно пропускать. Действовать. А, у меня же сова была, ё-моё. Такое тормоз, в общем. Чего? Сегодня особенным. Дело сделано. Доверься мне. Куда пойдем? Вижу Бору. Мы готовы нанести удар. Вижу, он крепится. Вижу, он идет сюда. Я бы крипджекнул его, конечно же. Но боюсь, что не успею. Хотя не успею. Кого убить? Или просто... А, давай сюда вот лучше. Мы готовы нанести удар. Ладно. Доверься мне. Что прикажешь? Раз, два. Мы готовы нанести удар. Вольется кровь. Доверься мне. Кого убить? ТП пошел. Назад обязательно. Я готова. Куда пойдем? Но он должен быть битый, конечно. Но лучше отсюда тоже стелепортироваться, вы знаете. Так и сделаю. Сам виноват. Доверься. Чего? Нужно действовать. Так, окей. Убил Гранта, ТП на ТП, к сожалению. Доверься мне. Надо брать ТП. Можно было уйти от него по-другому, конечно. Нужно действовать. Я боялся, что я хедхантеров порастеряю. Надо прикрывать строящуюся базу. Он вполне может пройти. Нужно действовать. Куда пойдем? Но для этого есть сова, опять же. Второй герой. Дай мне хорошего героя. Паладин неплохо. Ну, то есть он Патму прикрывает. К земле хорошее отношение имеет. Да, и грейд сразу делаем. Патмой, конечно, надо танковать уже в такой ситуации. Я готова. А не паладин. Нужно действовать. Куда пойдем? Почувствуйте гнев луны. Да. Я готова. Что прикажешь? Я просто хочу прикрывать свою базу и при этом еще подкрепливаться так аккуратненько. Вот это моя задача сейчас. Я готова. И вроде получается пока что. Мудрость, конечно, паладину нужна в первую очередь. Уже есть, если что, ну, нычка достроилась. Теоретически мы можем телепортироваться на нее, чтобы защитить. Так что можно уже чуть дальше выходить на крипинг. Чтобы, опять же, не тормозить. Да, хил на Патму это... Отлично. Я даже палочную, наверное, ману передам. А Патме кольцо. Ну, пусть танкует лучше. Тут все равно диван есть. На всякий случай. Ой, все. Нужно действовать. Что прикажете? Доверься мне. Чего? Нужно действовать. Ну, бьет сейчас меня одного. Куда? Я готова.
Тут даже нет смысла телепортироваться, я все равно тут потеряю двух хэдхантеров. Жалко, конечно, ну что ж поделать. Надо было следить, продолжать с совой. Ну в этом как раз минус хэдхантеров, что ты... Пока они не берсерки, пока нет нормального танка, ты, особенно против Таурена со стомпом, с грантами лучше вообще не связываться с ними. Вообще. Так, хочу Кадоя. Дерева не хватает. Дерево, кстати, это проблема, которую я не удосужился заранее решить. Не удосужился подумать над такой возможностью. Вероятностью. Ладно, окей. А, что я хочу знать? Есть ли здесь точка? Нет. Третий герой нужен. Здесь закреплено уже. Может быть, сюда, на эту точку сходим. Нужны берсерки, вроде как. Нужен лес. Кастеры. Очень много леса нужно. Слишком много, я бы даже сказал. И тут закреплено уже. И тут. Как? А никак, еще пока. Прикажете? Мы готовы. Кого убить? Я пробую подрезать тех, кто находится. Куда пойдем? Кого убить? Мне ваши слова. Сам виноват. О чем вы просите меня? Что прикажете? Я готова. Дело сделано. Доверься. Куда пойдем? Все, что пожелаете. Мы готовы. Мое сердце жаждет битвы. Чего? Нужно действовать. Куда пойдем? О чем мы готовы просите? Нанести удар. Я готова. Что прикажете? Почувствуйте гнев луны. Мне неведом страх. Доверься мне. Я готова. Куда пойдем? О чем вы просите меня? Мне неведом страх. Что прикажете? Доверься. Чего? Мое сердце жаждет кого битвы. Кого убить? Все, что пожелаете. Убьет. Я готова. Чего? А я этого не убью. Что прикажете? И у меня еще нет этого. Нет леса опять. Жиж. Нужно действовать. Нет леса у меня. Чего? О чем вы просите меня? Замазки нет, берсерков нет. Мы что прикажете? Хочу с берсерками все-таки поиграть. У-у-у. Надо было с берсерками играть. Не стоило их терять. Ой, ёппер, СТМ. Куда пойдем? Такой ты наглец, я офигею. Нужно действовать. Чем бы заняться? Мы готовы. Но я не хочу ему отдавать этого голема, понимаете? Мы готовы. Куда пойдем? Доверься мне. Кого убить? Я готова. Чего? Мы готовы. Ты еще не видел меня в бою? Вам нужна. Что прикажете? У него есть ТП. Чем вы просите? Чем бы заняться? Мое сердце жаждет битвы. А здесь у меня нет. Доверься. А вот это он рискует. Давай, 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 давай. Добро. Хорошо. Нет, не так, так. Так, уже хорошо. Теперь открывается возможность вообще его убить. Но хочется же еще покрепиться, правильно? Надо было делать еще, кстати, грейд на атаку, бетон. Здесь нужен Bloodlust. Еще один этот. Ладно, поехали. Что прикажете? Ой! Что прикажете? Я готова. Куда пойдем? Чего желаете? Чего? Чем могу сказать? Ах ты гад. Пойдем. Чего? Нужна кого убить. Нужно действовать. Чего? Сын будет отмщен. Кого убить? Во имя богини. Ну, практически вовремя подошел. Доверься. Я слышал зов. Главное не торопиться. Закупиться. Кого убить? А, вот так вот ты, да? А поехали. Мы готовы убить. Что прикажете? Я готова. Чем могу служить? Чем бы заняться? Куда пойдем? Ладно. Нужно действовать. Нужна укрепить. Давай, так, так, так. Внемли ваши слова. Исследование знахаря. Я готова. Кого убить? Чем могу служить? Куда пойдем? Зулджин будет отмечен. Я слышал зов. Кого убить? Что прикажете? Что-то я законтроился. Чего? Кого убить? Куда пойдем? Чего? Кого
кого убить. Нужно действовать. Вам нужна моя выколзов. Угу. О чем вы против? Чего? Чем вы заняты? Ну мы ждем Таурена. Я готова. Доверься. Куда пойдем? Это должен быть в первой группе. Турен вежу выходит. Чего желаю? Куда пойдем? Нужно действовать. Чего? Очень хорошо, сейчас урон заходит у него. Мы готовы нанести удар. Бедолага Таурен. Я готова. Да, и он ливает. Все, теперь быстро с занычкой. Ставим эту базу, ставим следующую базу. Заказываем еще пару бестиариев под виверн. Делаем грейд на виверн. Делаем, наверное, одну тауреницу. Перебор у меня, к сожалению, по кастерам. Но это так уже решается проблема. Возможно, стоит все-таки сметнуться и... Так, давай лучше этого убьем. Палыч третий. Вообще, под Палычем, под Ма, вы понимаете, она старфолит бесконечным. И если у противника не будет сайленса или какого-то стана, то это проблема. А, давай лучше Хиленвард поставим. Делаю грейд на Bloodlust. Очень медленно убивается, потому что, ну, понятно, не тот еще уровень. Нужна третья аура, нужен второй-третий грейд на атаку. Сейчас быстро ставим базу. И возвращаемся в центр попытки что-нибудь там еще добить. Что, конечно... маловероятно. Кадоя, кажется, не сделал. Нужно так и не сделал. Грейт на Кадоя сделал, Кадоя не сделал. Вот так вот. Да, голем еще не добит, кстати. Это уже неплохо. Чего? Что прикажете? Да уж. Чего? Мое сердце жаждет битвы. Одеяние мага лучше, наверное, МК передать. Куда пойдем? Ну и надеемся, что в центре что-то еще осталось. В чем я лично сомневаюсь. Ёп, РСТ. Осталось. Телепорт. Куда пойдем? Что прикажете? Куда пойдем? Капец. Ну, поехали. Я слышал зов. Чем вы заняты? Я готова. Немлю ваши слова. Шеве руки на Куда пойдем? Да. Ты еще не видел меня? Маска смерти. Здесь третья аура. Шреддера можно взять. Мое сердце жаждет битвы. О чем вы просите? МК со вторым молотком. Тут Шреддер четенько так под лимит. Нужно действовать. А ко мне пришли волки. Ой, камень преисподний. А здесь ничего уже. Так, что нужно? Трушот нет, вампиризм возможным. Амулет маны точно возьму. В штеймке он пригодится. Даже такой вампиризм тоже возьму. Ботинки must have. О чем вы просите? Нужно действовать. В первую очередь МК. Свиток надо взять. Подмел лучше арбу, потому что она будет тоже цеплять. Нужно действовать. Иногда. И... Мы готовы нанести удар. Давай пару свитков. Мне неведом страх. Серклеточку. Я готова. Так, ты сюда. Дождусь еще одних ботинок. И аура паладиновская тоже не нужна. Здесь нет вообще полезных девайсов. Нужно действовать. Разве что серклетку обычную купить. Мы готовы нанести удар. Здравствуй. Нужно действовать. Итак, учитывая то, что есть Шреддер, надо, наверное, идти сюда, пытаться ставить базу. Возможно, стоит... Ой, слушайте, стоит вот сюда вот сходить. Дождусь ботинок, но... Дракона уже достаточно поздно все убивают, так что, может быть... Может, там что осталось? Да, остались драконы, отлично. Взял ботинки. Да вообще варды надо поставить. Было. Нужно действовать. Ой-ой-ой, все.
Ой, блин. Капец, вот такая грязь. Нет, ладно, все, крепимся лучше. Не буду я отводить. Потму назад. Come of experience сюда. Потму отведу. По крайней мере, от дракона, от большого. Королевская корона. Так, это тоже проблема. Учитывая то, что мне долго... Опа. Опа, опа, опа. Вообще, что это такое? Капец, такие битые люди. Еще нужно взять рабочих здесь, поставить базу. Ой, нет. Кого убить? Давайте этого орка прибьем. Одного кастера нужно взять. Куда пойдем? Кого убить? Ладно. О, Таурен. Мы готовы нанести удар. Хорош. Таурен, как только выйдет, надо молотком ошарашивать. Если выйдет, точнее. И мне нужно было еще третий грейд на атаку сделать этим. Кого убить? Я готова. У него очень битые герои. Понятно. Я полагаю, ну делать так, 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 так и так. Я готова. Чего? Чем могу помочь? Кого убить? Да. Спасаем Кадоев. Внемлю вашим словам. Надо. Нужно действовать. Я готова. Убить. Кадой, молодой. Нужно действовать. Чем могу помочь? Кастеров отстреливает. Все, что ох, это плохо. Чего хочешь? Делу, делу, делу. Ну, давай. Стреливаю кастеров. Кого мы готовы. Кто прикажет? Кое-как. База, конечно же, не достроится. Нужно действовать. Но я приношу ему значительно больше проблем, чем он мне. Красавчик вообще. Нужно действовать. Куда пойдем? А, что сделать? Убить мейн, убить алтарь. Там еще по центру, как вы видите, другие проблемы. Тут я базу не отменил. Это серьезная тоже ошибка. Я пару шаманов. Нужно действовать. Чего? Владимир Владимирович Путин ливает. Угу. Я готова. Что прикажете? Красного мне нужно. Айрониус как раз убить. Давай мейн алтарь, а потом пойдем... Потом пойдем вот сюда вот. Ё-моё, там андед. Не факт, что здесь не андедовская база, кстати. Да ты издеваешься. Ну не понял. Капец. Вы видели? Тогда я точно телепортируюсь, пацаны. Надо сразу козла козлить. Я готова. В надежде на то, что он... Нужно действовать. Да, не успеет никуда уйти.
А дальше дело техники. Доверься мне. Обходить снизу. Еще минус. Вот и все. Я же жал, там был стан. Доверься мне. Чем бы занят? Отлично. Ну все. Чем могу помочь? Так. Хорошо. В результате возвращаемся тут к добыче, к нормальной. Берем ТП, берем, наверное, ману. Я пропиваю манку. Доверься мне. Боросы нужно сделать. Как вы видите. Я готова. Берем телепорт. И при этом нужно типа сюда вернуться. Опять убить ему строящуюся базу. И вот здесь вот тоже убить. Потому что именно там у него что-то кастеров много. Серьезно? Ой, я может не готов. Убей его. А я просто мимо проходил, на самом деле. Слушайте, если у нее нет таурена, может мы его сейчас ультой под мы убьем? Тинкер не то. Да, давай. Просто начинаем. Раз. Раз, два, три. Давай, убей ее. Убей полностью. Что прикажете? Я готова. Да. Правильно. Мое сердце жаждет битвы. Беда. Чем могу помочь? Ведь. Мы готовы нанести удар. На мейне серьезные проблемы. А, здесь ок. Нужно действовать. Что ты там делаешь? Чем могу помочь? Все, что пожелаешь. Он подрезает. Пожалуйста, вот так вот. Ага. Я готова. Во славу Орды. Не хватает мана. О, все. Закончился наш. Я готова. Мое сердце уже очень близко. Куда пойдем? Ты еще не видел меня в бою? Нужно действовать. Отлично! Ну что, не ждали? Форсир шестой! Ой-ой-ой! Отлично! Мое сердце жаждет битвы. Нормально. Можно инфернальчика даже закинуть, чтобы ему... чтобы побыстрее здесь все убить. Нужно действовать. Ой, резурект же есть еще. Ха-ха. Ё-моё, такая, такая грязь. Очень удачно зашел. Просто очень удачно зашел. Хороший ульт. Много экспы. Прям добро. ГГ, ГГ. Так, избавились от андеда, освободили, соответственно, еще несколько... Но, к сожалению, здесь в шахте мало всего. А здесь 4 косаря. Так, в этом нет потребности острой. Надо сначала добить вот этого товарища. Потом уже можно думать о... И вообще лучше здесь базу ставить. Ну, эту-то я убил. Стоп. Вот сюда я зайду. Тут столько всего. Это все его базы были. Урон, конечно, дикий, смотрите. 26 плюс 42 плюс 10 еще. А Кадой где, я не понял. Кадой, молодой, тебя не хватает. 20% еще, шутка ли это? Почти 2 грейда. Он. Урон плюс 17. То есть под, 50, под 69 урон. 69. Представьте просто себе. Там по дестройерам практически соточка будет без грейда. Точнее, не почти соточка, а больше соточки. Доверься мне. Что прикажете? Они же еще могут включить на 50% бонусный урон. Нужно действовать. Какая дичь. Да. Больно.
делаю. Тут потихоньку начинаем строиться. Мы готовы нанести удар. Нужно действовать. Идем к орку, смотрим. Армия у него несерьезная. Я готова. Но у него есть и прикопка, и сетка, так что на ультимейт рассчитывать не приходится. Он меня видит глазом. Я готова. Убить. Чего? Кого убить? Нужно действовать. Я подхожу к магазину сразу же. Ой, ну ладно. Обожаю его. Нужно действовать. Обожаю этого блейдмастера, который хулиганит. Я готова. Готовится, да? Готовится. Ух ты, а тут много всего. Давай-ка так. А давай сразу вот, он прикопочку сделал уже, поэтому давай старфольчик. Куда? Ну куда же ты? А ну-ка, стой. Самая большая проблема, что от тебя люди убегают из-за Старфола. Куда пойдем? Я готова. Ладно. Ух ты! Это что такое? А ну-ка, стой. Вообще, баш еще хорошо бы заходил. Ух ты, тут не закреплены еще. И реген маны, конечно же, нужен. Мое сердце жаждет битвы. Да. Куда пойдем? Понятно, там еще блейд нарезает. Чего? Мы готовы нанести удар. Заходим, смотрим, что видим. Ну вот эту базу надо ставить, как ни крути. Нужно действовать. Что прикажете? Прикажу. Мы готовы нанести. Как же быстро они лупят эти берсерки. Ой. И кастеры тоже с трушотаурой, тоже же хорошо магическим уроном бьют. Хоть и плюс 4, но это, там же удваивается все. А вот это плохо. Надо, во-первых, вот так вот ставить. Обязательно. Нужно действовать. Плюс мы же с вами отгородили еще несколько периферийных баз. Их хорошо было бы добить. Нужно действовать. Кого убить? О чем вы просите? Куда нанести удар? Понятно. Пошел развлекать, кажется. Нужно действовать. А, это Undead. Да, ну тебя к черту. Он, кажется, сам эвакуируется куда-то наверх. Нужно действовать. Приступаю. Да, вот сюда вот он эвакуируется. Золотой рудник обрушился. Ой, да ладно. Ой, ты наглый, а? Чем могу помочь? Чего хочешь? Я готова. Приказывай. Не хватает маны. Не хватает на поруч, пацаны. Доверься. Не хватает на пурч. Я готова. Все как поставить не могу, ё-моё. Доверься мне. Бладмейджа, конечно, надо фигарить. Я готова. Успеем, да. Доверься мне. И деку, пожалуйста. Я готова. Мы готовы нанести удар. Ее, сработало. Я готова. Так я иду. И молоточек такой влетает. Так, пацаны, все, можно возвращаться. Паладин ауру юзает. Здесь все еще он какой-то живой. Никак не могу нычку поставить. Хочу поймать этого козла. А, есть молоток, все, накопилось. Что это такое?
Блин, он так рисковал, конечно, сейчас. А, вот оно что, Михалыч. Вот так вот. Как там есть у него? Давай лучше вот так вот сделаем. Вот, вот так вот. Чтобы ему было сложнее подходить против Старфола. На прикопку. Отлично. Да, развивается. Видите, если людям не мешать, они развиваются. Поэтому надо добивать. Еще вот эти вот нычки бы хорошо проверить. Надо сову послать туда, пусть пролетит по всем. По всем таким базам. Да, за артефактами не мешало бы сходить, на самом деле. Сейчас все равно разведка будет некоторое время идти. А можно потом сюда. О, Калит. Вообще трэш. То есть совсем. Еще обсидианки. Нет, 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 нет. Надо. Ой, нет, не надо. Чем бы заняться? За веру и народ. Сало чье было? Сало Рейнджеркина, блин, капец. Как прикажете? Чем бы заняться? А чем вы просите? За веру и народ. Не, давай телепортироваться, нафиг нужно. Мое сердце жаждет битвы. Я готова. Чего? А, не понял. What? Мне. Я телепортировался под мой. Вот это я мозг. Почему я был уверен, что нужно действовать. ТП у меня ОМК? Я готова. Дело сделано. Нужно действовать. Не знаю. Куда пойду? Дело сделано. Чего хочешь? Реально не знаю. Хорошо. Что надо, хозяин? Да-да. Доверься мне. Черт возьми. Так, проходим по экспанду Майрейникуса. Вы видите, у него там... Блин, здесь тоже косяк. Давай сюда идем. Базу поставим. МК выйдет, нычку купит. Давай еще одну. Ой, ты что? А, вот так вот. Понял. Пролетаю. И он тут отстраивается уже. Сходил, закупился, называется, да? Нужно действовать. Куда пойдем? Кого убить? Чем могу помочь? Чего? Мы готовы. Там главный телепорт есть сейчас. У правильного товарища. Вон, смотрите, что делает. Надеюсь, сколько осталось? 2700. А, вот еще что. То есть в той базе у него... В той базе у него еще оставались. Нужно действовать. Я готова. Доверься. Мы готовы нанести удар. Что прикажете? Нужно действовать. Патма, конечно, жарит. Ты еще не видел меня в бою. Дорогу! Чем бы заняться? Дело сделано. Отлично. Нужно действовать. Кого? Да. Здесь пусть побегают. Чего? Нужно действовать. Паладина ждем. Таурина сделать одного или не сделать? Кстати, хорошая тема. Тауринчик сейчас может зайти. Катапульты могут пригодиться, особенно с третьим трушотом. А, тут его undead пинчит. Ну окей. Тогда я сразу вот сюда. Ой, хорош. Не боишься, нет тут? Да, да. Он сюда телепортируется, надеюсь. Да, едешь. У него есть прикопка, но некоторое время покастуем. Куда пойдем? Что прикажете? Ну где прикопка-то? Ману у него есть. Чего? Телепортируется. Давай-ка наверх, он, скорее всего, да, пытается убежать будет. Дело сделано.
Нет. Отлично. Нужно действовать правильно. Западня это, пацаны, западня. ТП назад. Мне кажется, назад он будет пытаться. Надо. Нужно действовать. Все, это точно ГГшечка уже. Я готова. Сзади, правда, Undead подходит. Нужно действовать. Undead он такой. Эренико спешит ГГ. Попробую затариваться. Нужно действовать. Мне нравится тема с берсерками, если честно. Только не нравится то, что они реально быстро умирают. Ну, слишком быстро умирает. Опа! А здесь-то у нас все хорошо. Ой, плохо. Идем, 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 идем. Не успеем. Ой, нет, 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 нет. Капец, какой я молодец. Держимся, пацаны, держимся. Сайленс бесячий, конечно. Из неуязвимого паладина делает абсолютно не никчемное создание. Ой, у меня еще ТП нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, сейчас будет, типа, но... Вы знаете, как-то не очень хочется далеко уходить. Так, здесь сбор идет. Айреникус не ливнул. Написал ГГ, не ливнул. Но вроде как не восстанавливает ничего. Инферналы. Давай-ка сюда попробуем сходить. Там борьба идет. Инферналы выкупили. У Патмы до сих пор ботинок нет. Такой... Что это за армия вообще? Что это за армия? Телепорт. А где мой турент? Я его строил. Ой-ой-ой-ой-ой! Тут халява была, я прошел мимо нее. Да как так-то, ну... Давай, Старфол. Держись. Нужно действовать. Куда будет исполнен. Мне кажется, сейчас палач умрет. Нужно действовать. Более того, я уверен в том, что он умрет. Фулл ДПС! Да ездишь! Так, ладно, если серьезно. Палыча зря отдал. Нужна закупка, чтобы не зря отдавать. То есть, чтобы не отдавать. О, арба. Арба это круче той. Можно пока МК дать вместо маски смерти. Маска смерти это всяко похуже. Ну давай, ну. Я же указывал. Так, в результате. В результате надо проверить вот эту вот и эту базу. Мне не нравится то, что Айреникус не лев... Ну, то есть он не... Не алё. Ну, повторюсь, вроде бы герой это не делает. Нужно ботинки купить по тме. Народу осталось-то не так много. Что прикажете? Хеллбред строит базу. Отстраивается. Что нужно? Причем так основательно отстраивается, как видите. Корона королей. Must have. Нужно действовать.
Тут тоже гулька Халфбреда. Может быть, его где-то там гоняют. Это было бы круто, если бы его там кто-то поджимал периодически. Мы готовы нанести удар. Он отменяет. Я готова. Мы готовы нанести удар. Надо полетать под мой, в смысле совой. Нужно действовать. Ты еще не видел меня? Блин, я паладин не заказал. Здесь 4 косаря. Я готов убить. Нужно действовать. Опа! Вот что делает Халбред. Короче, надо вот его мочить. Просто мочить. Мы готовы исследование. Не будешь мочить? Я готова. Отстроит героев, докрепится и все, пиши, пропало. Нужно действовать. Сбежал уже. Дело. Куда сбежал? ТП? Нужно куда действовать. Доверься. Надо искать, надо искать. Владимир Владимирович вышел из игры. Тут смысла нет сражаться. А тут уже СМФ. Слушайте, надо Халфбред найти. Он явно от кого-то скрывался по другим частям карты. Опа, вот это вот что такое? Какого черта? Нужно действовать. Какого, спрашивается, черта? Там делает чья-то база. Амулетов Spell Shield очень хорошо должен зайти под мне, как раз против нюков всяких. Чего? Мы готовы нанести удар. А паладин выйдет, обязательно манку восстановит. Нужно действовать. Так, здесь понятно. Потом пойдешь построишь вот так вот. Ты продаешь серклетку. Нужно действовать. Паладин выходит. Затаривается. Устанавливает ману. Тут взяли, продали, купили. Когти плюс 9. Не очень. На самом деле и замораживающая арба лучше. Такой вот в большинстве случаев. Я готова. Давай еще один слот освободим. Мы готовы нанести удар. Я готова. Нужно действовать. Так, давай сову. Сова сюда, сюда, сюда и сюда. Кажется, СМФ ключевой в данный момент мой противник. Я готова. О, андедовская аура. Мы готовы. Мне неведомо. Паладину зайдет хорошо. Внемлю ваши слова. Куда пойдем? Доверься мне. Что прикажете? А здесь Хацл. Хорошо. Из серьезных товарищей осталось двое, да? Два андеда. Два андеда, которые, судя по всему, друг с дружкой воюют, но пока... Зачем вы просите? Мое сердце... Мне нужно Халфбреда добить. Найти и убить. А, ну ясно. Капец, какая наглость, а. Вот смотрите, что творит. И тут еще такой крепится на тех, кто вышел. Лично. Барабаны, которые не барабаны. Нужно действовать. Ну, которые с кадоем стакаются хорошо. А, у меня нет этого. Черт. И нет кадоя. Я готова. Куда пойдем? Доверься. Давай, Старфол сразу же. Не будем время терять. Мы готовы нанести. Чего? Мое сердце жаждет. Не дать продать. Да свершится правосудие. Большую часть не дали. Доверься. Что прикажете? Внемлю ваши слова. Кого убить? Прикажете? Вот он отстраивается здесь. 500. Увидел, что здесь 500. И решил, что не стоит, видимо. И правильно. Нужно действовать. Мне важно увидеть, куда он пойдет после этого. Поэтому сова. И на нижние базы. Лучше избавиться от Халфбреда сейчас, чем потом расхлебывать хара, пусть и такими несерьезными героями, но все-таки
Зачем? Зачем давать жить? Мы готовы нанести удар. Доверься мне. Мне неведом страх. Золотой мы рудник. Готовы. Так, эти пацаны закончили. Хорошо. Здесь... Ай-яй-яй-яй-яй. Давай сюда. Нужно действовать. Айреникуса добьем. О чем вы просите? Нужно действовать. Мое сердце жаждет битвы. Мы готовы нанести удар. Ищем, где Халбретничку поставил. Мы готовы нанести удар. Где-то он поставил ее. Доверься. Айреникус минус. Идем пока сюда. Мы готовы нанести удар. Но это не все. Это не основная его, ну и не единственная его база. Он куда-то улетел. Может быть, на остров даже. Мы готовы нанести удар. Куда пойдем? Кстати, я на остров готова. Это хорошая идея. Там любят пережидать. Мы готовы нанести удар. Такие пацаны. Нужно действовать. Исследование завершено. Я готова. Что прикажете? Дирижабль у него был. Акалит у него был. Крестьянская семья не умерла, поэтому, да, видите, его здесь нет. Нужно действовать. Тут стычки. Ой, как классно. Доверься мне. Писываться я не хочу, пусть они... Мне все равно герои почти под капом. Тем более выигрывает тот, у которого... Ой, как хорошо. А кто еще раз выигрывает? Кого убить? Можно посмотреть? Доверься мне. Мы готовы нанести удар. Так, Халфбред все еще не ливнул. Я готова. Он находится где-то не на моей половине карты. Я готова. Куда пойдем? Инфа соточка. И Хацл убивает этого. Я хочу сейчас помочь Хацлу. Ну, быстрее этого товарища просто убить. Чтобы он ливнул, и мы уже начали по-серьезному. Мне неведом страх. Ты еще не видел меня в бою. Нужно действовать. Мы готовы нанести удар. Так, окей. Сердце жаждет битвы. О чем вы просите? Нужно действовать. В теории я могу сразу пойти сюда базу поставить, но мне кажется, нет свободных вообще. Нужно действовать. Чего? Да, вождь. Я почту за честь. Что прикажете? Доверься мне. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Мое сердце жаждет битвы. Доверься мне. Идем в центр затариваться. Нужно действовать. Вообще СМФ можно было убить. Доверься мне. Добить как раз. Мы готовы нанести. Идти к нему и добивать. Доверься мне. Чего? Мы готовы нанести удар. Это будет, наверное, первая игра, которая... Опачки, понятно всем. Красавчик. Мы готовы нанести удар. Да, сделаем батку. Нужно действовать. Когти плюс 15 беру. Чем могу помочь? Мы готовы нанести. Чего? Ну, вот сюда нужно прилететь. Раз он на дирижабле летает... Халбред, как видите, сверху отстраивается. Я готова. Мы готовы нанести удар. Нужно действовать. Так, хорошо. Доверься мне. Боги не согласны. Что прикажете? Что такое? Мне надо найти его. Совой вот этой вот. Нужно действовать. Мне не верю. Чем могу помочь? Мы готовы нанести удар. Я не вижу его. Что будем жечь? Хоть и бейте, не вижу. А, вот он. Я это... Давай. Слушаю. Без проблем. Я готова. Давай. Что такое? Нас атакуют. Мы готовы нанести удар. Ну, где он? Ну,
Доверься мне. Куда пойдем? Что такое? Вот он. Минус два героя, остались одни акалиты. Запертые, наверное. Не, они не смогут из леса выйти. Давай страф... Нет, страфол не получится. А где? А где хил? О, у меня нет телепорта. Давай-ка резурект. Капец. Я такой у Васи. Был уверен, что подлечит. Просто отдал огромное количество лимита. Пробую уйти. Весь лимит просто сдал. Весь. Внемлю вашим словам. Как прикажете? Почту за честь. Как прикажете? Чем вы заняться? О чем вы просите? Мне нужно очень много баток. Так, так я отдался, капец. Просто отдался. В чем думал, сейчас у меня телепорт там есть, вообще изи. Хотел ультануть там. Против того нужны батки, к сожалению. Главным образом убить этот мейн Хацла. Собирайтесь, да. Короче, я думаю, надо делать каких-нибудь баток плюс... Плюс. Шредер где? Шредер где? Шредер же был. Капец. Нужно действовать. Я это... Надеюсь, это одна из последних баз с Халфбредом. Что такое? Хрен там. Я готова. Так, мне нужно чуть больше этого, чуть больше этого. Я готова. Убить нижнюю базу, взорваться в его там воздух. Нужно действовать. Выйти на нычку. Я готова. Что такое? Лови. Мы готовы нанести удар. Ой, Халфбред построил. Построил таки. А, нет, шедр есть. Все хорошо. Я это... Слушаю. Нужно действовать. Так, давай сюда сбегаем. Чего хочешь? Мы готовы нанести удар. Во имя Вадима. Что такое? Что будем жечь? Нужно действовать. Ага, он здесь. Но... Я готова. Чем бы заняться? Доверься. Почувствуйте гнев луны. Что будем жечь? Мы готовы нанести удар. Надо прийти к нему. На мейн. Я полагаю. Полагаю, да. Чего хочешь? Мы готовы нанести удар. Я это... Нужно действовать. Дело сделано. Так. Мое сердце жаждет битвы. Дело сделано. Что такое? Мне неведом страх. Я готова. Дело сделано. Я вот не понял. А, это СМФ. Нужно действовать. А какого лешего я пошел к СМФу на мейн? Слушаю. Потому что ты...
Нет. Молодец. Ой, красавчик. Ой, Халфбред, как я вообще уважаю. Надо найти базу Халфбреда, пацаны. Видите, вот он будет вот так вот. Ну, они любят. Я готова. Так делать. Любят просто. Ничего с этим не сделать. Любят козлить. Уже при откровенно проигранной партии вот так вот делать. Любит, любит. Что будем жечь? Дело сделано. Что такое? Что будем жечь? Чё, командир? Что будем жечь? Ну? Чё, командир? Ну? Ой. Что будем жечь? Ну? Без проблем. Как сказать, без проблем. Уже там. Я это... Слушаю, начальник. Ну... Мы готовы нанести... Ну, получила, конечно, левела немножко. Ну вот, Халфбред что делает, видите? Мы готовы нанести... Надо сейчас брать телепорт. Надо идти ему эту базу убивать. А лучше сразу два телепорта брать. Например, паладину, который так часто любит дохнуть. Далее. Так. Так. Я готова. Что будем жечь? А где батки? Молодцы. Нужно действовать. Ой, красавчик. Мы готовы нанести. А чем вы просите? Давай сюда. Дорогу! Мое сердце жаждет битвы. Почту за честь. Мы готовы нанести. А чем вы просите меня? Мое сердце. Надо. К оружию! Нужно действовать. В путь! Мы готовы. Так. Так. Нужно действовать. Что будем жечь? Так. Так. Мы готовы нанести. Окей, чего мне еще не хватает? Дело сделано. Не уйдешь. Я готова. Дело сделано. Здесь база строится, здесь база пока подзащитная скоро заканчивается. Здесь бы поставить. Я это... Дело сделано. Минус шахта. Но... Следим, если что. Я это... Дело слушаю. Лови. Сплитим так, чтобы они не атаковали практически. В 4 раза или в 5 раз уменьшается скорость атаки. Я готова. Халфбред, вот главное следить за телепортом. Нужно действовать. Но телепорта вроде не предвидится. Это вообще база СМФ была. Я это... Хорошо. Доверься. Так, где Халфбред? Блин, достал он уже. Вон он бегает. Паразит. С арбой. Здесь база вроде бы молодец. Собирает потихонечку. Здесь можно рабочих поубивать. Да, я увидел Блейда, но бегать за Блейдом это... Я готова. Может, такое сомнительное удовольствие, если честно. Доверься мне. Внемлю ваши слова. Чем бы заняться? Нужно действовать. Богиня согласна. Мое сердце жаждет битвы. Мы готовы нанести удар. Так. Иду затариваться. Ищу, где Халфбред мог остановить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я понял тебя. Все был неправ. Это СМФ у нас. 9-10. Нехило. Я готова. Чем могу помочь? Нужно действовать. Беру ТП. Ищу. А, вижу. Ой, красавчик какой, а.
Вот, вот уважаю просто. Очень-очень уважаю. Человек без баз в принципе. То есть он не, не алё вообще. Мы готовы нанести удар. Доверься мне. Мы готовы нанести. Давай, молоточек тебе. Сейчас он стелепортируется куда-нибудь. Ага, направо, да? Я понял, он тебе в правый верхний угол, что ли? Давай проверим. Куда он заглянул? Денежка копится, все хорошо. Герою похуже, чем у... Ну там 10-9-10 у человека. Это понятно, просто... Просто... Пока инком-то есть, пока живем. Ёп, ПРСТ, понял, все, был неправ. Был неправ, признаю. Все. Что будем жечь? Мы готовы нанести. Ищем. О, Хацл вышел. То есть Халбред и СМФ. СМФ? Реально? То есть он и остался, который в центре. Так, для начала Халбред, ребят. Вот реально, Халбред. О! Оп! Лови! Работаем! Да ездишь. А вон он, видели? Все, полетели. Так, теперь... Тут красный какой-то герой был. Ага, Блейд его же. Надо ТП купить, подмен. Я через центр. Батки полетели. Эти пока ждут. Ой, опять телепорт не взял. Мимо пробегал, магазин и телепорт не взял. Нужно действовать. Вперед. Мы готовы нанести удар. Ой. Косяк. Мне кажется, Блейд что-то подозревает. Он уже идет. Не, не идет. Хорошо. Хорошо, что не идет. Я готова. Доверься мне. Ох, еще один Акалит. Как же ты достал? Как же ты достал? Я готова. Во имя богини. Надо. Нужно действовать. Я это. Слушаю. Я готова. Может, центральную базу пока отдать этому? Мы готовы нанести удар. Нет, хрен из два. Нужно действовать. Мы готовы. Раз, два, три и четыре сюда. Как он видит-то, ёшки-матрёшки. Что будем жечь? Без проблем. Нас атакуют. Как скажешь, начальник. Доверься. Приемлю ваши слова. Я готова. Мне неведомо. Доверься. Ты еще не видел меня в бою. Приемлю ваши слова. Я готова. Нужно действовать. Чем вы заняты? Доверься мне. Бей! Хватит. Мы готовы. Мне неведомо. Я вот, готова. Отлично. Но вы не поверите, Халбреда-то надо убивать. Я это... Слушаю. А то ведь он вот тут бегает. Уже все, Шреддер подпилил. Места свободного не найти. Видел местечко хорошее. Доверься мне. Нужно действовать. Патма берет ТП. Вызывает сову. И по шахтам снова я пошел искать. Что будем жечь?
Так, у Хацла, у СМФа не осталось серьезного инкома. В принципе, можно просто его, ну, на следующем таком же в рейве убить ему значительную часть юнитов. Ну, стоять не надо. Я готова. Оп, да ладно. Да ездишь. Вот это он пробежал. Вот это я понимаю. Ладно, пойдемте вместе с кастерами, вижу. Вы сюда идете. Мы сюда идем. Идем сюда. Идем сюда, идем сюда. Что продается? Корона продается. Мое сердце жаждет битвы. Нас атакуют. Что будем жечь? Я готова. Корону взял. Ну. Доверься. Уже там. А можно вот так вот? Вот так вот говорю. Блин, что ж ты делаешь, Михаил? Давай, деку, 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 деку. Просто деку. А, там... Там Death Pact. Ой, МК сейчас умрет. Держись! 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 И! Все, куплены, короче. Ой, надо было добить. Ладно, доби тогда. Вася! Вы видели? Он стелепортировался. Я считаю, это подстава просто. Это просто подстава. Короче, давайте убивать уже людей. Немного виверн. Чуть-чуть. Батки не нужны. Без проблем. Давай вот так вот и вот так вот. Сдаем просто баток и всем. Мы готовы нанести удар. Одну виверну отмени, сдаватель. Все, командир. Ладно, две виверны отменим. Да. Нужно действовать. Доверься мне. Да это вообще, я считаю. Слушаю. Чё, командир? Без проблем. О, Халбред наконец-то ливнул. Ё-моё, это успех. Это успех. Настоящий. Все, баток про это самое надо профокусить просто. Я сейчас Кадоя заказать, какого-нибудь молодого. Батки только в минус мне могут работать. А вот Кадой молодой никогда не подведет. Таурены. Бладласт. Второй Кадой. Один Кадой, как говорится, хорошо. А два лучше. Сейчас добьем его. Ну, у него последняя база, у меня ультимейты откатились. Надо только манкой затариться МК-ой. И лупить просто по деке, вот. На пофиг. Брать и лупить по нему. Отдать можно палочу так, поэтому сюда так. Еще возьми так. Ща. Подойдут пацаны. В эмпиризм продадим. Да хватит. Все, и такой сейчас веселый 100 лимит будет. Нужно действовать. Поехали. Приходим на ту базу. Нужно действовать. Мы готовы нанести удар. Ой, как много всего. Ладно, поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Нужно действовать. Я готов. Ну! Молодцы. Что есть? Все есть. То есть ничего нет здесь. Я готова. Подхожу. Нужно действовать. Ставим хилинвард.
У Виверн там плюс 30 урона. Здрасте, пожалуйста. Вижу следующую базу, попытку ее сделать. На руках запас по баблу. Шикарный, шикарный. Приходим, отменяем эту тему. Не отменил. И можно уже потихонечку двигаться в сторону его мейна. Нужно действовать. Верный Бладласт, третий армор, третий трушот. У Патмы 46 плюс 46 урон. Хороший же урон. Фокус вообще дикий будет. Как только Деку встретим, сразу надо мочить. То есть диван, молоток и вперед. Нифига себе, ладно, дестройеров тогда сначала. Раз, два, три, так, так, так. Так, так. Так, так. Дестройеры в первую очередь, конечно же. Минус 2 дестра уже сделали. Ну, нет, не так. Помним про резурект. Молоток. Резурект. А вот сейчас можно деку убить. Хорош. На-на. Койл хотел кинуть. Повезло. Пойдем разбираться. Где там ДК? Иди сюда. На-на. Ой, сразу АМШ. Кто кинул АМШ? Бах. Да, все хорошо. Закажем еще виверн. Ой, какие это не виверны. Нужно действовать. Мы готовы. Чем могу помочь? Я готова. И все. Нужно действовать. Вызываем сову, полетели наверх. Доверься мне. Мишин цело кидает там ББ. ББ? ББ. Что такое ББ? Байбек? Чем могу помочь? Почему ты стрелку в фатме не сделал? Потому что я не готова. Хочу ману тратить. Видишь, у меня полная мана. Вообще орб-эффект исчезнет, замедление. Мне плюс 30 урона менее важно, чем рейнджовое замедление. Нужно действовать. Немедленно. Чем могу помочь? Я готова. О! Рейз дед, анимейт дед. Так у них же нет сетки. Мы готовы нанести удар. Нас атакуют. Нужно действовать. Ладно, поехали. Мы готовы. Сколько у меня там маны? 500, ничего себе. Меня в бою. У меня вроде урона больше. Во имя богини. Отлично. Мое сердце жаждет битвы. Я готова. Так, ДК, ДК, ДК. Дичь. Телепорт? Прям по курсу телепорт. Или это баг такой? Нет, не мог же он наверх. Я же там только что пролетал. Да все, тут не выиграть уже. Ну как тут выиграть-то? Кадой мой. ГГ. Победа, пацаны. Денег действительно у бобра было много. Ой. Круто. Ну все. Уже как бы почти час ночи. Напоминаю, что завтра будет продолжение. До конца и дальше. Кооп, БСП, Бонивур, Тей. Начало в 16:00. Поэтому приходите, не забудьте. На прошлом стриме было очень весело. Вот.
Все. Спокойной ночи. Увидимся завтра. Пока.